Волгоградской области эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. В регионе продолжается вакцинация жителей. Согласно последним данным, прививку от ковида получили уже более 1 240 000 человек, что составляет 77% от плана. Среди привитых порядка 360 тысяч человек в возрасте от 60 лет. В последние две недели мы наблюдаем снижение числа госпитализаций на 33%, что подтверждает эффективность принятых в целом мер и первых результатов вакцинации. В условиях прогнозируемой ситуации на территории Волгоградской области количество задействованного инфекционного коечного фонда снижено, это порядка на 3000 инфекционных коек, что составляет, это тоже около 34%. Сохранение необходимого планового резерва на уровне 20-25%. В то же время система здравоохранения региона готовится к появлению на территории Волгоградской области нового штамма коронавируса. Омикрон имеет самую высокую на данный момент скорость распространения и наибольшее число мутаций. По оценкам специалистов, это самый опасный штамм ковида в мире. В связи с появлением новых, еще более опасных штаммов коронавирусной инфекции, вопросы вакцинации и ревакцинации, достижение в максимально короткие сроки устойчивого коллективного иммунитета становятся еще более актуальными. Поручаю, уважаемые коллеги, каждому заместителям губернатора, каждому по своему профилю продолжить работу по организации вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции как единственного такого качественного и возможного способа минимизировать риск заболевания и последствий коронавирусной инфекции, в том числе новых, особо опасных ее штаммов. Кроме того, глава региона поручил держать на контроле соблюдение предприятиями, жителями и гостями города санитарно-эпидемиологических мер, а также подготовить новые предложения по борьбе с заболеванием. В кратчайшие сроки подготовить и провести Президиум клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией, в ходе которого рассмотреть меры, в том числе опережающего характера, направленные на противодействие распространению новых агрессивных штаммов коронавирусной инфекции при попадании их на территорию Волгоградской области. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.